Привет, друзья! Сегодня я приготовлю рулет, быстрый и простой. Смотрите, какой минимум ингредиентов. Нам понадобится 4 яйца, чайная ложечка соли, 2 чайных ложечки разрыхлителя, поровну муки и сахара по 125 грамм, пакетик ванилина и 4 столовых ложки воды или 45 миллилитров воды. Поехали! Для начала нам нужно будет разделить желтки и белки. Высыпаем сюда соль в белки и взбиваем белки до пышной пены. Постепенно добавим в них половину сахара. Все, видите, пышная пенка. Теперь займемся желтками. Высыпаем сюда сахар, сюда же высыпем ванилин. Сюда же высыпаем разрыхлитель и в процессе взбивания сюда же выльем воду. Теперь к желткам просеиваем муку. Аккуратненько ее вмешиваем сначала венчиками, чтобы не летело. У нас получилась однородная масса, куда мы сейчас аккуратненько будем вводить наши белки, стараясь, чтобы они не сели. Воду мы добавляли для того, чтобы рулет у нас при сворачивании не лопался, не трескался. Вмешиваем в одном направлении, движениями снизу вверх. Ну вот, наше тесто готово. Я буду выпекать на силиконовом противне. Если у вас нет силиконового противня, значит, застелите противень пергаментной бумагой для выпечки. Силиконовый противень, ничем его не смазываю, выкладываю на него наше тесто и разравниваю. Стараемся добиться одинаковой толщины по всему пласту. Отправляем в духовку 180 градусов примерно 12 минут, зависеть будет от вашей духовки. Вот как наш рулетик поднимается. Вышенький такой становится. Еще немножечко ждем и смотрим. Если видите, что не пропекся, можно прибавить немножко время. Так, я добавляла по времени еще буквально 4 минутки. Вытаскиваем. Все прекрасно пропеклось. Теперь я делаю следующее. Накрываю наш рулет еще одним силиконовым ковриком. Сверху кладу дощечку, беру вторую рукавичку, сейчас будем делать сложную манипуляцию и вот таким образом переворачиваем, убираем все ненужное и аккуратненько, смотрите, силиконовый противень, он тоже горячий, хоть и выглядит резиночкой, сняли, чуть-чуть сейчас прям остынет, самую малость. И пока он горяченький, нежненько-нежненько, толстый какой он у меня вышел, так вот, без резких движений. Немножко лопается, ничего страшного. Вот так, шовчиком вниз я его завернула. И оставляю его прямо вот в этом силиконовом коврике. Швом вниз остывать. Ну а пока наш рулет остывает, мы приготовим самый простой крем.
который я очень люблю. Это сметанный крем. Я никаких пропорций здесь особо не соблюдаю, потому что крем в любом случае получается очень вкусный. Я беру сметанку. На глазок взяла примерно грамм 400 сметанки. Вот, но знаю по опыту, что из этой сметаны крем взбивается очень густой. Я добавлю еще вот такую водянистую магазинную. Немножко у меня тут остатки были. Можно добавить все вплоть до йогурта, кефира. То есть что-то, что просто поможет нам чуть-чуть сделать пожиже консистенцию. Дальше в идеале добавить сахарную пудру, но я обойдусь сахаром. Сюда же добавлю ванилин. Куда без него. И на глаз добавляю сахар примерно с полстакана, чтобы был не очень сладкий крем. Ну, теперь просто это все взбиваем в крем. Как видите, тут ничего мудрствовать даже не пришлось, потому что эта сметана, она взбивается просто за одну секунду в очень густой крем. Смотрите, какая консистенция. Все, крем пока отставляем в сторонку и ждем, когда наш рулет остынет, и будем его сворачивать. Продолжаем заниматься нашим рулетом. Беру сироп, у меня вишневый сиропчик, и пополам его размешиваю с водой. Приготовила кисточку. Я, видите, сверху накрыла целлофаном, чтобы не пересыхали краешки. Ну, краешки мы все равно сейчас обрежем, хотя, когда делаем на силиконовом противне, краешки у нас довольно ровные, но они все равно немножко суховаты. Они будут мешать нам, поэтому буквально тоненько. А здесь вот мягкий краешек, ну чуть-чуть его все равно обрежу. Эти полосочки мы используем. Склеила бока, когда обрезала. Аккуратненько разворачиваем наш рулетик, чтобы не поломать его. И начинаем делать пропиточку сиропчиком. Теперь я немножечко буду использовать начинку, немножко, таким тоненьким слоем. В принципе, рулет вообще можно сделать с любым повидлом. А теперь мы сделаем следующее. Вот эти вкусняшечки мы тоже используем, мы их завернем в рулет. Мы поступим следующим образом: сначала положим кремику. Можно сразу взять, практически весь крем выложить, оставить ровно столько, сколько нам нужно будет на обмазывание снаружи. Столько мне хватит. Эту стороночку. А этот размазываем. Сделали. Теперь сюда положим наши краешки. И сюда краешек вот так добавлю повидло. Ну и теперь нам надо наш рулет завернуть. Краешки нам вот эти как раз создадут серединочку, чтобы у нас край не сломался. Вот так вот хорошенько подгибаю. И заворачиваем. Так, крем, который у нас выступил, пустим на краешек. Кладем на низ. И у меня будет два таких рулета, потому что я хочу угостить деток. Один рулетик им, один останется нам. Я его разрезаю. Смотрите, какая красота. И кладу их на тарелочку. Итак, вот наши два рулетика. И обмазываем кремом. Можете украсить шприцу. Теперь возьмем просто вилочку. Сделаем вот такой узор. Ну и, собственно, чем никогда не испортишь ни одно сладкое блюдо. Это, конечно же, шоколад. Ну вот, собственно, и все. Отправляем наши рулетики в холодильник пропитываться, стабилизироваться. Смотреть, что у нас получилось. Не замысловато, но можете себе представить, насколько это вкусно. Все, друзья мои, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Всего вам самого доброго, мира и добра.